Владивостоку 160 лет. Вид города и его культура менялись десятилетиями. Накануне Приморская государственная картинная галерея и антикварная галерея «Раритет» представили художественно-документальный проект «Владивосток. Взгляд сквозь время». Выставка позволила взглянуть на то, как выглядело Приморье начала прошлого века. Несколько лет назад галерея антикварного искусства задумала такой проект, потому что у них очень много хранится открытых писем, фотографий, то есть свидетельств Владивостока начала 20 века. Проект очень необычный, потому что он для нас, для музея художественного, сочетает и документальные предметы, да, и важной составляющей является, конечно, авторская серия работ, которая специально создана к этому проекту. Параллельно подготовке открытых писем в течение 3 лет создавалась серия работ из 15 картин. Приморский художник Анастасия Медведева погружалась в тему исторического Владивостока, общалась со специалистами, изучала письма, открытки и фотографии. Я очень люблю Владивосток и с большим пиететом отношусь к истории Владивостока. Вот, и Старый Владивосток – это для меня бесконечное вдохновение. И в некоторых работах чудесным образом совпал исторический образ Владивостока по фотографиям и мое творческое видение. Серия картин представляет и разные сезоны, и знакомые жителям виды Владивостока. Через картины посетители наблюдают за погружением современного художника в исторический образ Приморья. Это не просто изображение памятника, хотя оно, безусловно, присутствует, и мы вот узнаем театр, Пушкинский театр. А здесь еще и передать жизнь того времени, а это значит вести сюжетную композицию, что, в общем-то, непросто, и передать так, чтобы эта сюжетная композиция жила тем временем. Среди документальных свидетельств – театральные афиши, рекламные объявления, экземпляры дореволюционных газет «Владивосток» и «Дальний Восток», журналы мод, которые были частью городской повседневности и визуальной культуры тех лет. Запланирована большая программа, это будут и концерты, это будут встречи с филокартистами, встречи с историками. То есть мы постараемся во время работы этого проекта, это практически 2 месяца, как можно больше погрузить всех в историю нашего любимого города. Проект показывает, каким Владивосток был более 100 лет назад, как выглядели его улицы, что представляла собой его общественная жизнь. Одно дело – старые черно-белые фотографии, и совсем другое – художественное произведение, сквозь призму которого ты чувствуешь само время. Дмитрий Беломестнов, Владислав Шлыков, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.